Здравствуйте. Вот я иду по Суздальскому озеру. Вот такая тропочка по нему протоптана. Вот так вот далеко и туда уходим. И вот я иду по Суздальскому. Никогда здесь практически не ходила и не была. Ну вот сейчас мне тут обстоятельства такие позволило мне пройтись по этому озеру. Так что вот там вот рыбаки сидят. Вот они сидят, рыбаки. Рыбка такая маленькая. Вот, а я вот хочу пройтись. Пройтись по Суздальскому. Там горка хорошая. Так что хочу посмотреть это озеро. Вот такое вот оно приличное. Потому что это такое редко бывает. 1 274 000. Да. Вот такое вот озеро. Там дома уже на проспекте. Выборгское что-то шоссе. И вот такое вот озеро Суздальское. Вот такие тут дома они пристроились прямо на берег. Наверное, летом тут и можно ли пройти. И кусочек оставили. И вот они тут сидят на этом озере. Все лето загорают у озера. Вот такое вот озеро. Вот эта гора мне нравится. Ну, вот так вот я вам показала Суздальское озеро. Вот так вот оно. Суздальское озеро. Суздальское озеро. Так что вот, ребятки, посмотрите мое озеро, которое я сняла. Заходите на мой канал. Радуйте меня. Всех люблю. Бай-бай, пока-пока.